Ранним утром у школы номер 19 собрались девятиклассники. Школьники пришли на первый обязательный государственный экзамен. Сегодня первый экзамен основного государственного экзамена. Иностранный язык принимают участие как учащиеся нашего города, так и Меликесского района. Всего 86 участников. Все сдают английский язык, то есть других языков в этом году нет. Школьники сверяют свои фамилии в списках. Через несколько минут они пройдут в аудиторию. Там съемка запрещена. В коридорах работают камеры видеонаблюдения. Впереди сверка документов, проход через металлоискатель и сам экзамен. Я учусь в гуманитарном классе, то есть он у меня с 5 класса как основной язык, и я на него всегда делаю упор. И так получилось, что он мне нужен для дальнейшего образования, поэтому я его выбрала. Ну и мне кажется, что я его знаю больше, чем вообще другие предметы. Естественно, мы готовились весь год. Наши учителя очень постарались для того, чтобы мы написали все экзамены хорошо. И наша подготовка по большинстве случаев заключалась именно в том, что мы всей группой собирались и обсуждали все вопросы. Но сам экзамен не состоит из легких вопросов, и сама подготовка была для нас тоже не очень легкой. На сегодня как настроение с утра? Хорошее, конечно же. За нарушение дисциплины, использование шпаргалок и средств связи безоговорочно последует удаление. Экзамен по английскому языку состоит из письменной части, рассчитанной на 2 часа, и устной, это так называемое говорение, в течение 15 минут. Татьяна Елисеева, Константин Белов, «Наше время».